1 июня – Международный день защиты детей. Радостный для детворы праздник, потому что он знаменует начало самых долгожданных летних каникул. Тосовцы подарили ребятам праздник накануне. Подготовили праздничную программу с конкурсами, играми и сладким столом. Ведущие веселили и развлекали детей. Мальчишки и девчонки пели, водили хоровод. Творческие ребята из хореографического коллектива «Ангелы» продемонстрировали собравшиеся свои танцевальные способности. Маленькие зрители старались повторять их движения. После всех выполненных заданий ребята получили полезные подарки и сладкие угощения. Каждый получил ручки, карандаши, конфеты и пирожные. Теперь юные жители улицы Маяковской с нетерпением ждут следующего своего профессионального праздника – Дня защиты детей.